Хотите утро? Будет! Добрямба! Утрямба! Всем чмоки, лайки, здрасте! Здесь Леша, Антоша и Галя, наше счастье! С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио. Опаньки, привет, дорогие, привет, любимые! Здорово, замечательные! Давайте просыпайтесь скорее! Здесь главное на главном — это «Русские перцы» на русском радио. Алексей Сигаев тут, Галя Корнева здесь, меня Антон Юрьев зовут. Еще веселый час, понеслось! Доброе утро, страна! Сегодня у нас с вами вторник, 16 февраля. В этот день мы ждали в гости Анну Плетневу. Да, и мы дождались, Анна Плетнева. Но я хотел какую-то интригу повесить, мол, снегопады, морозы, Анна в пробке стоит. Но нет, пришла заблаговременно, молодец, аплодисменты тебе. Спасибо. А я уж испугалась, что ты просто не узнал меня. Нет. Но если ты была в костюме попугая, ты знаешь, возможно, бы и не узнал. А так, конечно, узнал. Мы послушаем твою хорошую песню под названием «Ева» и продолжим. Ну, наверняка фанаты шоу «Маска» на известном федеральном канале были удивлены, когда узнали, что в костюме попугая находилась Анна Плетнева. А? Да, были все очень удивлены, особенно моя мама, которая являлась на протяжении всего проекта фанатом и смотрела все выпуски. И каждый раз, когда я приезжала к маме, она говорила: «Аня, такой классный проект, ты вообще смотришь?» Я говорю: «Не, мам, я не смотрю, потому что у нас мы подписывали бумаги, строжайший контракт о неразглашении. Если ты разглашаешь какую-то информацию, ты платишь огромные деньги, огромную сумму денег». Что сказала мама, когда узнала, что... Попугай, это ты тот самый, о котором она тебе так долго рассказывала? Дело в том, что да, я еще дошла до финала. Я долго ездила к маме на протяжении 3 месяцев. И, конечно, когда уже мама узнала, она просто со мной не разговаривала неделю. Она сказала: «Аня, как ты могла? Как ты могла? Ну я же там с тобой столько об этом, столько тебя спрашивала. Я же мама, да, ты должна...» Ну я пообъяснила: «Мам, ну ты понимаешь, я же не хотела, чтобы мы потом не ели 3 месяца после этого». Ну ты сама кайфанула от участия вообще? Ты знаешь, да, я кайфанула, очень серьезно кайфанула, при том, что это вообще первый проект, в котором я согласилась участвовать. Первые выпуски, то есть я настолько не хотела туда идти, это вообще отдельная история, поэтому я в первом же выпуске пыталась сдать себя. То есть я давала всякие подсказки: я самый плохой попугай отечественного шоу-бизнеса, я делала всякие сексуальные движения, приставала, троллила там всех, включая ведущего. После, кстати, этого у нас с ним вообще было все. Вот, ну я в том смысле, что... Вот это интересно! Это новое. Новые подробности, об этом пресса еще не пишет. Что у вас было с Вячеславом Макаровым? У нас с ним, во-первых, бешеная дружба происходит. Во-вторых, он снялся у меня в клипе на песню «Новая жизнь», и мы с ним там даже целовались. Ух ты! Вот, да. По-взрослому? По-взрослому, по-серьезному. Все смотрели, все при свидетелях. И, конечно, мне было удивительно, что они не могли догадаться никак, и путали меня с Гудковым. Ну вот такая, вот такая, на... туда, вот такая аналогия. Ну костюмы там действительно очень крутые, да. И сложно узнать. Да, что это было? У меня был еще такой приставной живот внутри попугая, огромная попа. И поэтому еще периодически меня путали с Седоковой. Именно поэтому, это очень точно подмечено. То есть опять беременна и вот, в общем-то. Да, а потом все в конце, у нас периодически, как у персонажей, брали интервью. Различные телеканалы приезжали, все очень интересовались, кто же, кто есть кто. Вот, и все решили, что я беременна на 9-м месяце. Они говорили: «Господи, как же, вы же, ну, то есть они уже поняли, что я девочка. Вот, и, в общем, все решили, что я беременна, и на 9-й программе, видимо, рожу. Надо отдать должное, что среди твоих поклонников после этого шоу прибавилось орнитологи. А вот, поэтому за тебя и голосуют. Всем доброе утро и прекрасного дня, всем, кто слушает «Русское радио». Привет. У нас в гостях Анна Плетнева. Можете к трансляции присоединяться и на сайте «Русского радио», в приложении и в наших социальных сетях для того, чтобы увидеть своими глазами эту морозную красоту. Вот без она. Всяких... масок. Аня хорошая. Да, маски сброшенные. Да, доброе утро. Я так счастлива, что я без маски. В ней, на самом деле, невозможно ни ходить, ни тем более танцевать и петь, потому что ты ничего не видишь, во-первых. Она выше как-то вот находится в клюве глаза. Ты так смешно микрофончик держала все время сбоку. А сколько она весит, скажи мне?
Ну, она весит, прилично да? весит. А микрофончик я держала, мне сделали тоже эту палку после первой программы, потому что я не доставала до рта. У меня рука была очень короткая. Я клянусь. Скажи, я вам пожалуйста, серьезно поступало ли тебе, поступали ли тебе какие-то предложения после шоу в принятии участия? Какого характера? Разного характера, в том числе и то, что ты подумал. Не, ну бесконечно поступают предложения, особенно на концертах, знаете, теперь после маски. Вот, ты выходишь на сцену, ты вроде так, ну, как всегда, поешь свои золотые хиты, там все. И мне вдруг говорят, а спойте Марину. Вот это вот, я люблю тебя, Марина. А ты как бы, ну, во-первых, ты никогда это, ну, не репетировал, у тебя и музыки нет. И ты думаешь, господи, ну что ж такое. Вот так вот и докатились. Какова судьба костюма? Где-то в гримерке пылится там... Вы знаете, костюм... Тебе, ну, да? Во-первых, мы же с Топаловым, с Пандой сняли целый клип в этих костюмах и сочинили песню. Вот нам один раз выдали по блату. Мы очень долго договаривались. А вообще, да, ну, где-то они там в музее каком-то, наверное, будут потом водить туда экскурсии. Ну, это очень добрые, теплые воспоминания. Теперь у Плетневой по райдеру зерно, поэтому вы можете как-то брать и приглашать. Она стала немножко толерантной. А у нас совсем скоро премьера твоей новой песни. Да, ой, я так жду этого, я так счастлива. И ждут, кстати, многие, там внизу даже собрались фанаты. Ой, так холодно, да, на улице в Москве. Да, фан-клуб, да, они пришли и ждут этой премьеры. Анна Плетнева сегодня в гостях на Русском радио. Если бы слышал бы кто-нибудь, что мы обсуждаем здесь, знаете, это можно назвать алкоголизм среди животных. Вот так вот это называется. Понимаете? Поэтому прославляй про всех остальных. Да, потрясающе. Мы готовы представить твою новую песню. Она называется «С замиранием сердца». Исполняешь ты ее не одна. Вместе с тобой некто Red Max. Да, Red Max – это потрясающий музыкант. Он работал со всеми иностранными звездами и вот теперь с нами. Почти как Филатов энд Кэрос. Абсолютно. Ну что, премьерим? Премьерим. Анна Плетнева, «Винтаж энд Red Max», «С замиранием сердца» на Русском радио. Русском радио. Рассвет переплавим в закат. Хочешь все треки мои наугад? Это сказки вопреки. Это краски радуги. Хочешь ногими на перегонки? Хочешь белками портрет от руки? Это право выбора. Новую дверь, и некуда деться.
Группа «Винтаж», «Red Max», «С замиранием сердца». Это, кстати, первый раз на русском радио, когда звучит эта песня. Это не просто премьера, это супер премьера. Это супер-супер премьера. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас все твои многочисленные поклонники по всей стране буквально ликуют, радуются, поздравляют тебя. Ну, насколько мы можем об этом сказать, что у тебя это первая «Ласточка» с «Red Max», но будет еще? Да, 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 это будет еще, это будет EP, целых 5 композиций уже написано. Это вот первая композиция из этого альбома. А знаете, вчера было ужасно приятно, я пришла в ресторан, и сидел пианист и красиво уже играл эту песню на рояле. Ты откуда он знал? Я даже спел, не знаю, ну вот откуда ты уже знал? Угодил. Откуда ты уже знал? Была рассылочка по ресторану, понимаешь, предварительно. Так успел подобрать, понимаете, какой человек? Не, да, не то слово. Хотел произвести на тебя впечатление. Мне было ужасно приятно, спасибо, мой мальчик. Я тебя отметила в сторис, у меня все есть в сторис. Ты в караоке... Я в караоке нет. Нет, вообще. Нет. У меня очень печальный опыт в караоке. Я несколько раз туда сходила, и я пела 9 раз песню «Знак Водолея». Причем на сцене одна. Вот, и я собрала весь зал пел за мной. Причем это была не моя тональность. И потом еще это выложили, сказали, блин, Плетнева так плохо поет вообще. Уже ничего не слышно, вообще ужас. Ну и с Мариной Федункив мы еще ходили, она да. танцевала, и, в общем, это было... А почему она не пела? Что-то? Ну, она пела, в том-то успех. И дело. Вместе со мной. А, ну, то есть отдыхаешь ты, вышивая крестиком, наверное. Точно, если не караоке, ну... Да. Не, ну, может, есть какие-то караоке инкогнито там, у меня так не получилось. Дома. Дома включаешь, дома, да. поешь и сама себе выставляешь оценки. Точно. Ты красавка. У нас впереди минутное дело, игра, в которую мы с тобой будем играть. Подборка сегодня роковая, потому что ты в душе рокер. Мы это обожаю все прекрасно знаем, играть. Поэтому 7 песен русского рока тебя уже ждут через 2 минуты буквально. Ну что, играем минутное дело, 7 песен, 1 минута, нужно угадать как можно больше. 1 минута? 1 минута давай, всего. Давай. Поехали. О, Господи, ну это же Наутилус. Ну, конечно. Гарик Сукачев. А. Цой. Шевчук. Нашла коса на камень, идет война на память. Молоденькие такие. Да, давай следующий потом. Я сидя на крыше, ни ниже, ни выше. Ну, здрасте. Ну, это моя любовь на 5 этаже. О, Господи. Ты скажи. Фоменко, да. А, это мои любимые драны идут вряд вниз. В небе сказочной тайги падают они. Агата Кристи. Агата Кристи, ну все правильно, да. Группа 7Б поет про молодые ветра. А, 7Б тоже. Да, 6 из 7, отличный ну, результат. Это секрет. Да. Секрет, ну, да, молодец, поздравляем, ты выиграла. Спасибо. Аплодисменты. С замиранием сердца мы сегодня представили новый хит Андрея Плетнёвой. Мы желаем, чтобы эта песня успешно... Чтобы эта песня успешно залетела в сердца всех твоих поклонников. Все голосовали и... чтобы все сложилось. Спасибо, моя дорогая. К нам присоединился Дмитрий Оленькин. Привет. Здравствуйте. Хорошо, вот что не под эту песню ты хотела сказать. Ну, я потом... Какая неловкая пауза возникла у нас. Да, Дима Оленин продолжит. Аня Плетнева, спасибо. Русские перцы завтра в 7 утра по Москве с вами услышатся. Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сигаев. С 7 утра по будням утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.